Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард. Мы продолжаем марафон по Watch Dogs, и мы отправляемся к сюжетному заданию, которое нам, наверное, доставит очень много удовольствия. Ох, не, насколько все-таки все клево. Мы с вами в прошлой серии остановили конвой, и теперь посмотрим, что же нам это дало. Так, мы приехали. Будущее не за горами. Ну, судя по этой игре, будущее вообще уже тут вступило давно. Все очень высокотехнологично выглядит. Он нужен мне в Чикаго. Придется ломать защиту. Офис Блюм. Там спецы. Геморрой. Я и так свечусь на радарах. Но после этого дела... Рейки не будет у меня в кармане. Как раз мы с вами вернулись к той, к тому офису-обсерватории Блюм. Ну и сейчас нам надо будет туда вламываться. Это будет, я думаю, очень-очень легко. Хотя мы, в принципе, уже довольно-таки подготовленные. И попробуем показать мастер-класс. Эй, будь осторожен, здесь ты просто так не пройдешься. За этой территорией наблюдают. Если тебя спалят, замуруют сервера, и мы пропали. Короче, не попадись. Я понял. Окей. Так, незаметно приблизитесь в офис Блюм. С какой стороны пробираться? Я думаю, вот справа, наверное. Хотя изначально я хотел, конечно, слева пройти. Так, давайте оценим обстановочку. Охрана немногочисленная. Хорошо. Так, здесь блокпост. Отлично. Пойти через блокпост было моей лучшей идеей. Еще один парень. Вроде бы больше никого нет. Ну что я вам скажу, это будет очень нелегко. Посмотрите, сколько их. В итоге решили окучить мэра через СМИ. Нашли его слабое место. Стали подсовывать сказки про неверных жен и байки о том, что ложь раскрыть легко. Сделали все, чтобы он на это повелся. Результат? Ну как? Кандидат предсказывал развод через 2 месяца. Сколько хватило Рашфору? Целых 20 дней. Блин. Я не знаю, как я туда пройду, ребят. Звони, когда найдешь адвоката. Особенно незаметно. Просто не знаю. Дверь мне не открыть, хотя... Подождите, может быть... Угу. Открывашка где-то здесь. За грузовиком, что ли? Ты чё так истерично орёшь? Что-то тут не так. Отлично, я открыл дверь. Парень сейчас пойдет туда проверять. Я не думаю, что буду кого-то в живых оставлять. Похоже, то есть, естественно. Да-да, не о чем. Всё, уходит. В общем, вы поняли, да? Всех, кого встречу, я буду постараться убить. Не обращай внимания, это всё лишь погрузчик, мужик. И он пошел в другую сторону. Блин, это гений.
Здесь его никто не увидит. Теперь ты. Ладинском уровне. Спокойно. Спокойно. Дверь, естественно, закрыта. Они даже сами через дверь не ходят, видели? Он просто перепрыгнул, чтобы не открывать. Так. Один, второй не должен увидеть друг друга. И он прям сюда идет, вы посмотрите, а? Я просто хотел сейчас этого сюда выманить и тут прикончить. Да, я мог бы их взорвать, но... Через дверь кабинета слышно. Еще не стоит. Уборщик говорит, это какой-то DBC. Классическая музыка. DBC, ты слышишь? Понятия не имею, о чем ты. Не-не-не, не буду сейчас на них нападать. Ник, ты сюда, парень. Тут что-то тренькает. Не-не, один, пусть проверит только, один мне нужен. Ты. Не, ему пофиг. Вот, вот здесь ты ее услышишь. Что это? Я не знаю, что это. Проверь. Я вообще не уверен. До свидания. Так, хорошо. Один, скажем так, фланг мы с вами для себя обезопасили. Там не закроем, чтобы нас не увидели снаружи, потому что тех парней я не думаю, что я уберу. Что дальше? Хотя, блин, а как я там собираюсь пройти? Нет, это просто кафетерий. Мне вообще погода не делает. Абсолютно. Тихо, не думай. На всю эту херню. Хорошо. Вот, тебя-то я и не видел до этого. Неплохо. Этот увидел. Там вообще пипец. Проверь. Не надо было проверять. А ну-ка. Шкеримся. Личность установлена, шеф охраны. Подключение к сети безопасности. Доступ разрешен. Сканируйте щиток сетевой с помощью профайлера. Ух ты, щиток-то внизу или наверху?
Это может быть опасно. Это может быть очень опасно. Тихо. Что там делаешь, а? В телефон играешь? Не играй в телефон, опасный парень. Чикунок, крут. Так, возьмем что-нибудь для устройств. Бесконтактное СВУ, самодельное взрывное устройство, которое реагирует на движение. Вот это круто! Реагирует на движение. Шикинска? Я, то есть не только мне придется взрывать, если, например, теперь при засаде поставлю его, то она сама взорвется, когда машина подъедет. Что мне, честно говоря, радует. Но вы поняли, да? Так просто не включить. Нужно посмотреть, куда идет. И врубить уже на месте. Куда ты ведешь? Вот здесь первое. Не то. Спешил. Спешка нам не нужна. Но тут уже никого нет, правда. Поэтому ты более-менее спокоен. Там один парень остался. В принципе, я, наверное, его сейчас как раз схожу устраню, чтобы уж точно без приключений все было. Окно у него вроде бы открытое. Да, вроде бы надо было проверять. Ну ладно. Хорошо. Куда здесь уходит? Что это? Всего я пока что не понял. Но поврежденное видео измерло. Должна же быть какая-то связь с кандидатом. А значит, есть возможности. Не просто банальная месть, что-то неординарное. Надо быть осторожнее. Эйден ни в коем случае не должен прознать о мотивах. Он безрассуден. Но при этом не теряет моральных ориентиров. Ну да. Досадная слабость. Хорошо, что я этого слышу. Смотри, какая скотина. Ты посмотри. Итак. Угу. Так, понятно. Тогда как-то вот так получается и... Сюда. Сюда и уже не сюда, нифига. Вот так вот. Господи. Ага. Так, торопись. Купай, живопись. Сломал. Сделал. Так, стоп. Это уже сюда нужно. 27 секунд, ребята, 27 секунд. Все. Ох, мы внутри. Вроде все просто. Мы внутри. Когда пустишь шпиона, заработает вирус. Он найдет в системе мои данные и все потрет. Окей, ломаем. И шпиона не засекут? Не. Теперь только я буду за всеми следить. Кто такой Тобиас Фрюер? Кто такой Роуз Вашингтон? Мисс Гардер, Дэмиан Брэнкс хочет поговорить. Что он удаляет там? Дэмиан Брэнкс? И о чем же? Сказал, что о Рэймонде Кине. Ясно. Пусть войдет. Тибон, Доложи. Готово. Имя стер, шпион на месте. Да, это я уже понял. Супер. Уходи оттуда. Окей. Секунду. Мне тут имя попалось. Один мой знакомый здесь. Проверю. Не глупи, с этими ребятами шутки плохи. Да я скоро.
Найдите место встречи с Дэмиеном. Парень, сходи он туда. Очень интересно, что там. Опаньки. Вот он. Скотина это. Так, надо на камеру переключаться быстрее. Я вас слушаю. Значит, Реймонд Кинни. Все по порядку. 101 тысяча получается. Какие файлы? Очень ценные. И нет, это не шантаж. Не шантаж? А что? Все просто. Хочу отдать их вам. Ну да. А если честно, что вам нужно, мистер? Тебе в шапке не жарко в здании летом? Мне нужен доступ к сети ОС. Меня Кинни, файлы и Мститель, как закончу с ним. Да-да, начальство этого не позволит. Но зачем вам знать? Кинни совсем рядом, полный. Разве не здорово? Прошу прощения. Крыса ты тыловая. Всегда рад помочь, если что. Вот крысёныш. Тревога была. Проверьте все. Вот черт. Дэмиан все похерит. Он что, идиот? Конечно. Нужен. Надо его вытаскивать. Только сейчас узнал, что он идет, что ли? Нет, нет, тихо, 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 тихо. Я хочу через тот вход, через который я вошел, выйти. Стоп, подождите. А, ну да, я тут выйду, обойду и приду к точке. Пока они там ищут. Вот это здесь. Мы выбрались. Мы выбрались, ребята. Мы реально выбрались просто без шума. Супер. Уф, адреналинчик-то зашкалил. Все чисто сделали. Сказал, что остановит меня и вот. Ну, вот попробует. Главное. Поддаваться эмоциям. Блюм знает, где ты. У тебя проблемы. Ты, походу, совсем запутался. Твоя задача — стереть мои данные из их системы. Это да. Но за тобой выехал патруль. Послушал бы интуицию, не совершил бы ошибку, не вышел бы из комнаты. Пожалуй, да. Твою ж ты налево. Ладно, только давай поживей. Вот тут мне нужно было слоумо. Мотоцикл аж пыхтит весь. Студенческая, надеюсь, ты стреляешь лучше тех парней. Я тоже надеюсь на это. По-моему, это очень это шикинско. Да, я. Сейчас мы этих всех устраним. В процессе. Так, ловушка. Вот-вот-вот. Как меня убили? Отлично, супер. Ну и кто меня увидел? Так, спокойно, спокойно.
еще одна. Сейчас вот этого дьявола просто врублю. И он ни в кого не попал. Давай, 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 давай. За мной какие-то дети следят. Разберись. Сейчас я все ловушки включу. Такой трак-бам-бах. Так, ну что, я думаю, пора. Эй, сюда! Привет! Наконец-то винтовку проверю. Тихо, тихо, тихо. Он меня ищет. Сменил ждет. Позицию сменил, да? Все, я всех убил. Это было прикольно, я лично убил только двух человек. Все остальное все сделали чисто. Машинки. Теперь дело за тобой. Ладно, надо двигать. Окей, погнали. Следуйте за Тибоуном и защищайте его, без проблем. Черт, походу придется все тут взорвать. Почему так плохо сносит? Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, okay. Не дать обезвредить. Затычки есть? Что? Без шуток. На свет ползу. Хоть бы сработало. Погоди еще чуток, совсем немного. Скорпион мочи! Шикарно! Это же мой грузовик! Они настроены серьезно! Конечно! Ты живой там? Но поэтому не пытаются нас убить с тобой. Тихо, тихо, тихо! Попал. Еще в одного попал. Кто? Кто еще хочет? Как бы они еще живы? Плохо. Время идет. Тихо, тихо, тихо. Ну все. Славно бабахнуло. Давай еще! Погнали уже! Уходим отсюда, блин! Рванет давай, через давай. Несколько секунд. Чтобы бабахнуло, надо будет подождать. Их нельзя я подпускать. Понял. Задержи. Сколько у меня тут выстрелов осталось? Ноль. Теперь проблема. Хотя возьму, наверное, пулемет. С пулемета-то я... Уже почти! Раздам. Бум, бейби! Не нравится. Совсем. Мать твою, снайпер! Что за хрень? Я не знаю, что за хрень. Эта штука твоя работает, нет? Давай! Жги, жги, засранца. Иди нафиг. Ну вот кто его убил? Снайпер, наверное, который я даже в глаза так и не увидел.
Убил всех, кроме снайпера. Круто. Вперед! Мать твою, снайпер! Что за хрень? С этими парнями... Все, снайпера нет, счастлив. Я-то вообще в шоколаде. Живой ли ты? Так, ну судя по всему, один остался. Шикинска. Все, мы всех убили, я надеюсь. Скажи мне, что мы убили всех. Эй, да. Говорил тебе, звездец за близко. Шараш! Вот, окажите честь. О, спасибо. Погоди, я люблю. Да погоди ты. Пойдет в портфолио. Угу. У меня в руках. Давай. Власть. Шикарно. Amazingable. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ладно, уходим. Понимаю, путь отхода у тебя здесь уже давным-давно спланирован и отстроен. Посмотрите, как далеко он умотал. Так, не то сделал. Эй, извини, что все так вышло. Забей! Я уже столько всего терял в этой жизни, что меня это не парит. Завидую тебе. Я бы тоже так хотел. Если честно, чуть кирпичей не навалил. Серьезно? Я рад, черт возьми. Я, блин, думал, что я здесь... Я свободный человек. Ой, да, это лол. Привет, Чикаго! Да, а вписка для меня будет? Ну, есть старая станция CTOS. Не бункер ли? Пойдет! Хочу уже сам увидеть эти файлы, из-за которых начался такой сыр-бор. Только не забывай. Увидишь. Это выкуп за мою сестру. Можешь не волноваться. Ты мне помог. Моя очередь. Так, нужно пометить нам. Пипец плыть-то. Ой, пипец плыть. Ну, спасибо, игра, что мне такой путь показала великолепный. А, хотя нас сейчас, наверное, самих туда доставят, да? А то плыть-то пришлось бы долго. Да, слава, слава разработчикам. Итак, мы в бункере. Кого оно? Ворочать триллионами байт информации, а? Ну так придется как-то на время залечь здесь. А это кто? Не знаю. Она связана с одним старым делом, но кто-то не хочет, чтобы я понял, как. Опять это пойло. Вижу, все хорошо. А мне ты расскажешь, что случилось? Шпионаж, подкупленные копы, куча взрывов, милая. А ты кто? Это Клара. Клара, это Тибон. Также известен как легендарный Реймонд Кинни. Тибон? Не все тут у нас красавцы, детка. Нет, я... То есть... Блин, я твой фанат. О, аншанте. Ну-ну. Успокойся, слушай. Что случилось? Там был Дэмиан. Что? Как он узнал? Без понятия, он мутит что-то. Похоже, с Блем.
Ты мне не говорил. Погодь. Выкладывай, во что ты вляпался. Без шуток, или хрен тебе, а не помощь. Так? Дэмиан и Блюм? Об этом можешь не волноваться. Я сам решу, о чем мне волноваться, Эйден. Послушай, мне нужно имя на сервере. Так что с тебя расшифровка, с меня файлы. Но есть одна заковыка. Эй, нам никак без эксперта. Там использован именно твой шифр. Нам нужен Реймонд Кинни. Ты уверен, что сможешь добыть этот файл, не попавшись? Да нет, как нефиг. Но, хотя бы честно. Ну что, тогда вперед. А Клара пока кое-что мне прояснит. Спасибо. Сейчас начнем там вопросы задавать. Ну что, мы выполнили задание. Да, у меня тут прямо банда собралась. Клара за мониторами, Тибон помогает со взломом. Ха, Джорди тоже без дела не сидит. Выясним, что прячет Ирак. Обязательно выясним. Часть третья, пятое задание из шести. Ну что ж, с вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Марафон продолжается. Увидимся в следующей серии. Где тебя носило? И послушаем звонок. О, сочувствую. Я собираюсь в Росифремонт. И лучше ты в теплой нужен. Машине. Ты мне столько не платишь, и я еще пожить собирался. Да не паникуй. Ты снайперка. Опять? Ну, это еще ладно. Да. Угадай, где я. Да куда уж мне. С нашим старым другом. Морис? Дай его. Кто это? Кто? Кто это? Не заговоришь, не отпущу. О, нет. Черт, ну же. Я не знаю. Поймите, я попал. Все вижу. Вижу эту девочку, и она. Все смотрит на меня. Заткнись. Я сказал, заткнись. Все, хватит ныть, иди на место. Боже, что ты ему сказал? Встретимся там. В Росифремонт. Лады, договорились. Вот, в общем-то, на этом все. До встречи.